Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро, охотники. Ну, прежде чем пойти на охоту, надо хорошо подкрепиться, поэтому я приглашаю вас на охотничий завтрак. У нас в гостях повар из ночного клуба «Ямайка» Денис. Дорогой Денис, ну что ты сегодня будешь показывать нашим телезрителям и мне, потому что я ничего готовить не умею, кроме яичницы. Ну, я вам предложу мясо оленины, нежнейшее. Оленины? Да. Если у меня не будет дома оленины, что делать? Это свободно можешь заменить любым мясом, тоже говяжьей вырезки. Говяжьей. Ну, хорошо. Денис, что мы сейчас делаем? На раскаленную сковородку мы наливаем растительного масла. Чтобы было закрыто дно? Ну, да. Так. Вот у нас масло уже готово, мы кладем жарим мясо. Так, Денис, значит, кладем второй кусочек мяса? Да, конечно. Если, конечно, тот съест два. Я, например, съел очень аппетит. Так, Денис, мы с обеих сторон и перчим, и солим. Нет, не обязательно. Мы просто с одной стороны. Соус, да, будет тоже соленый перченый. Соус еще будет? Да, это самое главное в этом блюде. Можно соль, пожалуйста, Михаил Михайлович? Соль, это я умею. Солить хорошо. И перец тоже. Перец. Это по вкусу? Это по вкусу, да. По вкусу. Что мы делаем дальше? Вот у нас мясо уже почти готово. Мясо уже, да, я вижу. Мы сливаем лишнее масло. Лишнее масло. А что мы делаем дальше? Мы добавляем для соуса, для нашего, орешки. Орешки в соус? Да. А что за орешки? Кедровые орешки. Это вот это. Да. Орешки. А если грецкие, не пойдет? Нет, не пойдет. Вот сибиряки, это для вас. Прекрасно, кедровые орешки. А если южане будут готовить, то арахис тоже не пойдет? Нет, не пойдет. Вот тогда только завтрак для отдаленных наших сибирских регионов. Если можно, Михаил Михайлович, мне уксус-бальзам дайте. Уксус-бальзам? Что такое за уксус-бальзам? Расскажи. Это его добавляют в блюдо для пикантного вкуса. Запах потрясающий. Не знаю, как на вкус. Вкус еще лучше. Вкус еще лучше. Да. Так, Денис. А теперь можно лисички. Лисички? Рыбы, да. Это же завтрак не вкусный. Что это? Они маринованные? Маринованные, да. А соленые не годятся для лисички? Только не свежие, да. Только не свежие, да. И все это перемешивается с орешками. Да, все обжаривается. С орешками. Ой, это невероятно вкусно. Это что такое? Это чесночок, мы его тоже сейчас добавим. Ну, кто любит чесночок, можно по вкусу добавлять чесночок. А без него нельзя? Можно. Вот Шура Ширин не любит чеснок. Мы добавляем чесночок. Немножко, да? Немножко. Ну, тоже по вкусу. Денис, а зачем баклажаны? Баклажаны мы положим тоже как бы к блюду. Ага. На блюдо. Их надо обжарить? Это обжарить, да. Лучше отдельно? На чесночном масле. Михаил Михайлович, бульончик можно? Пожалуйста. А что бульон? Это как ты его приготовил? Обыкновенные кубики. Пока все это готовится, я вам расскажу новости. А вы знаете, на Дальнем Севере настоящим охотником может называть себя только тот, кто вырастил 100 оленей. Денис, а что это такое? Это вино. Вино? Да, белое вино. Надо запивать? Нет, запивать это можно добавить в соус. Я советую это блюдо взять всем хозяйкам на вооружение. Ну, естественно, всем охотникам. Спасибо тебе большое.